Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про причины ожирения у собак. Если вес собаки превышает на 15% вес, установленный стандартом породы, то он считается избыточным. Если на 30%, собака признается страдающей ожирением. Ожирение является одним из самых распространенных недугов среди домашних лающих питомцев. Каковы его причины? Рассмотрим подробнее. Неправильное питание – самая очевидная и распространенная причина ожирения у собак. Если животное постоянно переедает, если владелец дает своему питомцу дешевый корм, в котором в недостаточном количестве содержатся витамины и минералы, если собака регулярно просит и получает еду с хозяйского стола, ожирения не избежать. Следите за тем, чтобы рацион вашего питомца был сбалансированным и богатым на питательные вещества. Так вы сможете предотвратить проблемы с лишним весом и пищеварительной системой у вашего животного. Низкая физическая активность – еще одна причина ожирения у собак. Особенно это касается рабочих пород, которым физические нагрузки необходимы ежедневно. Какая бы у вас ни была порода, гуляйте с вашим питомцем минимум 2 раза в день. Старайтесь играть с ним в активные игры как можно чаще. Даже если ваше животное не любит активности и лишний раз предпочитает полежать, старайтесь давать ему хорошие физические нагрузки хотя бы 2 раза в неделю. Различные заболевания – третья причина ожирения. Часто лишний вес у животного появляется из-за нарушения обменных процессов, сбоев работе щитовидной железы, развития опухоли. Внимательно относитесь к самочувствию и поведению питомца. Если лишний вес у животного появился не из-за неправильного питания и отсутствия физических нагрузок, обратитесь за консультацией к специалисту. Генетическая предрасположенность к ожирению – четвертая причина. Некоторые породы собак склонны к набору лишнего веса. С рационом этих лающих нужно следить очень внимательно и подбирать специальный диетический корм. Ожирение – опасный недуг, который может привести к серьезным заболеваниям. Внимательно относитесь к рациону и физическим нагрузкам своей собаки, следите за ее самочувствием. Вовремя диагностированная и устраненная причина ожирения у питомца способна продлить жизнь животному на несколько лет. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!